Все, что мы видим в детстве, впечатывается в подкорку сознания намного мощнее, чем увиденное в сознательном возрасте. Именно этим объясняется природа ностальгии и большинства психических отклонений. С вами Дмитрий Нупогодук, и мы продолжаем вспоминать причины повышенной возбудимости наших нервных систем. Женщины. Шучу, конечно. Или нет? Ну погоди, в 2K16, что? Этот мультфильм старше любого из тех, кто сейчас смотрит данное видео. О, не смотрите, не смотрите. Это жуткие моменты. Лучше не надо. Сундук выключи лучше. Ладно, ладно, выключил. Давай лучше приходи ко мне сегодня на урок маленького искателя. Вот тут Маркус подготовил много всяких предметов. Вот. Лучшим подготовил призы. Ну, а худшие ученики отправятся в Спрингфилд. Симпсонами. Да. Будут искать деньги для Гомера Симпсона. Видите, у него пустая копилка, нету денег. Будут зарабатывать деньги и работать на самого Гомера Симпсона. Ну что, ребят, готовы? Готовы. Вот волк прибыл. Ой, жуткие моменты, ой, жуткие. Ну, ничего, тут нормально. Покажи всем остальным, как это все делает. Ладно, но позже так не делай. 4 силуэта во мгле и дым. Игра и 3 раза слово гейм. Директор и камера. Марко Поло и дорога. 2 мини-фигуры и дракон из лего. Ну что, приступим. 4 силуэта во мгле и дым. Вот. Во мгле. Туман или мгла. И дым отходит от Титаника. И дым. Игра и 3 раза слово гейм. Рыба. И 3 раза слово гейм. Первый гейм. Брик гейм. Второй гейм это карнивал фанфир гейм. И 3 слово гейм в 3 слово гейм. Хобдай. Где у нас 3 слово? What game? XM game. И особо для волков. Wishing game. Директор и камера. На хлопушке. Марко Поло и дорога. Вы Марко Поло. И дорога. 2 мини-фигуры и дракон из лего. Вот первая мини-фигура. И 2-я мини-фигура. Где она? И сейчас ищем 2-ю мини-фигуру. Подсказку давай! Да. За фонариком смотри. Вот 2-я. И дракон из лего, вот. Лего дракон. Да, 4 тебе, волк. 4 только. И слово гейм не нашел. И понимаешь ли, мини-фигурки не можешь найти. Изабелла Гарсия Шипира прибыла. Говорят, девушки у нас умнее. Ну, посмотрим, умеешь ли ты пятерочку достать. Маркер и кровь, мамонт и 2 лисы, 4 видеокассеты, телефон и колокольчик, хиты года. Маркер и кровь. Синий маркер. И что-то голубой. И
кровь фейковая. Мамонт и две лисы. Так, мамонт. Где же у нас мамонт? Мамонт Мэнни, что ли? Да, а я думал, девочки умнее мальчиков, оказывается, нет, детские песенки не слушаем, ясно? Погодите, значит, где-то детские песенки. Вот мамонт, мамонтенок. Ну, наконец-то, нашла мамонта. И две лисы. Вот первая лиса и вторая. Четыре видеокассеты. Первая, вторая, третья, четвертая. Это для чистки. И бонус. И бонус вот это, который сзади сундука. Телефон и колокольчик. Вот майнкрафтерский телефон. И колокольчик. Положь колокольчик на место. Хиты года. Хомяк. И Иванушка. Трубадур. Твердый знак. Объявление. И мышь. Где тут твердый знак? Знак. Дверь. Да. Да, четверка, четверочки. И мамонта найти не могла, и буквы тут все, понимаешь ли, перепутала. И шумела во время урока. Финиас Флинн пришел. О, я твердо нацелен на пятерку. Ну, посмотрим. Дата, тейк и часы. Любава. Шапка раз и две каски. Сок и две шишки. Мистическая корпорация. Дейтейк и часы. Дейтейк на хлопушке опять. И электронные часы. Любава. Леопольд. Юнга. О, это я. Опять я. Айболит. Ай-яй-яй-яй-яй. Шапка пять раз и две каски. Первая шапка у волка Снегурочки. Вторая шапка у военного. Вообще-то у меня каска. Извините. Так. Вторая шапка у дедушки Лавренцем. Третья шапка у бати Лёни Лавренцем. Четвертая шапка у... Четвертая шапка у мужика из карнавала. У меня тоже каска. У нас две каски. Ну, тогда скажи подсказку. Да, ты, наверное, не смотрел. Самый популярный участник, самый популярный ученик школы. Волк. И что у него на голове? Шапка. Ну вот, шапка. И пятая шапка. Где у нас пятая? Неужто пятая шапка где-то прячался? Умки!
Ну, наконец-то, наконец-то увидел. И две каски. Вот как раз первая каска. И вторая. Сок и две шишки. Вот сок и две шишки. Вот первая шишка и вторая. Мистическая корпорация Скуби-Ду. Да, тоже четверка. Не можешь найти шапки, отличить их от касок. Доктор Дум пришел. О, это серьезный ученик. Да, я вообще-то злодей из фантастической четверки. Так что с ним внимательнее, пожалуйста, вам. Колода К четыре раза. Сыендук. Две голубые машинки, головоломка из шариков, мужик сидит и стоит на голове. Колода карт четыре раза. Первый Гарри Поттер, вторая, третья Хесбургер и четвертая Вайкинг Лайн. Сыендук. Суть будем тебе особо ставить. О, ну давай. Сундук. Нет, не сундук, а сыендук. Твердый знак. Нету там твердого знака. И там. Дверь. Сыендук. Ё. Ёжик. Откуда там ё? Да. Все буквы перепутал. Дед Мороз. Умка. Две голубые машинки. Вот первая. И вторая. Вот она. Головоломка из шариков. Вот. Мужик сидит и стоит на голове. Это на альбоме Моби. Моби. Да, это мой любимый певец. Мой тоже, кстати. Ох, нормально. Эдгару нравится, который снимает видео. А тебе четвёрка. Что? Ладно, пятерка. Вот то-то. Да. Папа из игры Schoolboy Runaway. Такую не знаю игру. Не знаю такого папу. Не... Делай обзор на этой игре. Мыльные пузыри три раза. Два лося и два зайца. Четыре белой машинки. Паук и семь бабочек. Кошка и овца. Мыльные пузыри три раза. Вот. Два. И третья. Два лося и два зайца. Первый лось наверху. И второй. И два зайца. Первый заяц. И второй заяц. Четыре белые машинки. Его первая. Это скорая помощь вообще-то. Ой, вот первая настоящая. Да, белый джип. Вот второй, третий, четвертый. Паук и семь бабочек. Паук на тыкве и семь бабочек. Вот как раз три бабочки на мой букварь мультяшек. Раз, два, три. Четвертый, пятый тут. Четыре, пять. Шестая у мужика. Шесть. И седьмая бабочка у Изабеллы. Кошка и овца. Вот кошка. Так. И овца. Ну, ясно. Четверку у тебя. Машинки не мог найти. Да и бабочки все не нашел. Самую главную бабочку не нашел. Которую главная бабочка? Вот она. Самая большая бабочка. Мама тоже из игры Schoolboy Runaway.
Ну, кто-нибудь пятерку достанет сегодня? Еще ни одной пятерки. А мне? Ой, да-да-да-да, у тебя было, да. А ты, доктор Дум, не вмешивайся. Фух, пронесло. Два пульта и телевизор, два ежа и три енота, светильник и фонарик, маяк и дельфин. Два пульта и телевизор. Первый пульт сзади тебя. И второй пульт. И телевизор на гараже. В гараже. Два ежа и три енота. Первый еж и второй еж. И первый енот, второй и третий енот. Светильник и фонарик. Вот светильник и фонарик. Маяк и дельфин. Вот маяк и дельфин. Дельфин. Дед Мороз. Опять буквы путаете. Где тут твердый знак? Мягкий знак, дверь. Федя. И Иванушка. Миш. Да. Тоже четверка. Иди вместе с мужем. Учите русский язык. Батя Лёня Лавренцем пришел. Надеюсь, ты русский язык понимаешь? Понимаю. 4 автобуса и джип, 3 белки и 2 медведя, пожарная машина и скорая помощь, 3 плюс, 10, 21, 30, 100, 180, цирк и шоу. 4 автобуса и джип. Во-первых, автобус, второй автобус, третий автобус и четвертый и джип. Вот он. 3 белки и 2 медведя. Вот первая белка. Где? Вот. Белка. Вторая белка. И третья. И 2 медведя. Первый медведь — это Умка. И второй. Пожарная машина и скорая помощь. Вот пожарная машина и скорая помощь. Тройка. Так, тройка тут. 3 плюс. 10. Так. 10. Где у нас... Цифра 10. Смотрю, ты никогда на парашюте не летал. Вот 10. 21 тут. 30 тут. 30 years fancy. 100 на. 100. Где у нас 100? Ну, какие хиты бывают? 0-100. 100% хиты бывают. И 180 на видеокассете. Где же? Не вижу. Скрывает сундук. О. Сундук скрывает цифру. Цирк и шоу. Царевна лягушка. Ах, и Иванушка. Щука. Какой щи? Шуба. Да.
Осел ты, осел. Да. 4 с минусом большим. Цифры перепутал, буквы перепутал. Сосед Сёма Лавренсен пришел. Парашют и 3 самолета. 3 собаки и 4 волка. Яхта и яхта. Корабль, 3 самолета и танк, 2 зомби и змея. Парашют и 3 самолета. Вот парашют и 3 самолета в ряд. 3 собаки и 4 волка. Вот первая собака. Где? Где фейковая кровь? Вторая собака. Это громит. И третья тоже громит. И 4 волка. Первый волк. Второй. Третий. И четвертый там сидит. Опять нашли меня. Яхта. Вот она. И теперь буквы сложим. Яблоня. Хомяк. Трубадур. Айболит. Ай-яй-яй-яй-яй. И корабль Титаника. 3 самолета и танк. Вот еще раз 3 самолета. И танк. 2 зомби и змея. Так, первый зомби вот там в очереди сидит. И второй зомби на телефоне. И змея, вот она. Вот змея. Ты же говорил, будешь искать змея. Ты же нашел змею. Ясно. Ясно с тобой. Четверка тоже. Дедушка Лавренсен пришел. Кто вы такие вообще? Откуда вы тут вылезаете? Хлопушка и Костабланка. 4 свинки и кабан. 2 рыбы и ракушка, грузовик и бетономешалка, микрофон и 2 динамика, хлопушка и Костабланка. Вот хлопушка и Костабланка. 4 свиньки и кабан. Вот 3 свиньи и 4-я свинка. У Гомера. И кабан. 2 рыбы и ракушка. Вот первая рыба. И вторая рыба на маяке. И ракушка. Грузовик и бетономешалка. Вот грузовик и бетономешалка. Микрофон и 2 динамика. Микрофон волка. И динамик первый. И динамик второй. Так, ладно, старость не радость. Четверка тебе. И последний зомби. О, включи мозг. Молодец. Наконец-то, наверное, будет первая пятерка у нас. Да. Военный палач Сандра. 2 игровые приставки, тыква и кафе, машина в автосервисе. Военный палач. Вот военный и палач. Венецианский палач. Сандра. Сундук. Сиендук, сиендук. Ай-яй-яй-яй-яй. Низ. Дед Мороз.
две игровые приставки его. Первая и вторая. Тыква и кафе. Вот тыква и кафе. Машина в автосервисе. Сындок, машина готова. О, круто. Можно заканчивать урок. Ну что ж, вот наконец-то первая пятерка. О, за... зомбия. Да. Ну, Маркус, кому даем подарки? Лучше были зомби, волк, доктор Дум и Финес и Изабелла. Так, ну что мы дадим? Телефон с братишкой поговорить хочу. Во. Ладно, на тебе телефон. Спасибо. О, давайте мне подарочек. Ну, как обычно, волку даду. Фэнси. Круто. Моби. Вау. И еще лучшие хиты. О, ну до утра буду слушать. Все, пока. Так. Ну, Изабелла и Финес. Изабелла пусть получает браслетик с узорами. Латвийскими узорами, да. Ух ты, у меня коллекция уже. И Финесу отдадим кассету для чистки голов. Да, чтобы мог посмотреть дома фильм «Венецианский палач». Так. Ну и... Мне подарок, а то худо будет. Ладно, ладно, доктор Дум, вот тебе фейковая кровь. Кровь? О, хорошо. Готовься к Хэллоуину. Все, пока всем. Фу, давай быстрее мою машину, я домой хочу. Вот, давай всех худших отправим. Короче, раз... мы вас всех отправляем, мы вас, Лауренсонов, никаких не знаем. И с Кубой Франавеев. Все, идите, и Спрингфилд. К сожалению, никого живым не остался. Все, давай машину, я домой хочу. Есть. Где моя машина? Все, ушел сын. А следующий учитель будет доктор Дум. Я научу вас уму, разуму. Доктор Дум из школы фантастической четверки.